Да, я тебя снимала. Я все сняла. Птенчик мамин. Убежал мячик, да? Тихо, молча снимала, чтобы она не отвлеклась. Ты моя красавица, да. Кто пупсик маленький? Она очень любит на этом ламинате лежать почему-то. На этой дорожке не любит, именно на ламинат уходит. Я все жду, когда она начнет так сильно ползать. Мне интересно, вот она вот так вот будет продолжать ползать, только быстрее, или как это будет? Ты вот так будешь мамина ползать, да? Полы будешь вытирать? Тогда мама не буду полы вытирать, ты будешь вытирать их. Просто тебя буду переодевать и все. Вот так она все время крутится, вертится. Куда она там наберет лишние 100 грамм? Художопик мой. На ламинате скользит. Я не знаю, почему она туда уходит. Здесь не скользко, там скользко. Все равно уходит туда. Асланчик спит. Такое время. Она тоже спала, проснулась не так давно. Поела, искупала я ее, переодела. И вот она довольная. Ну да, к телефону, конечно. Позировать будешь теперь, да? Ну давай, акробатка, мама. Дехра, ты мамина красавица. Вот так, вот так. Умница, мамин. Слюнки текут. Когда у нас зубчики выйдут? Убрать. У Асланчика вышли зубчики ровно 8 месяцев, я нащупала. Я надеюсь, у нее тоже скоро появится. Скоро нам в конце месяца будет 10 месяцев. Ну, до 11 месяцев у нее должен зубик появиться, я думаю. Потому что давно уже слиняли. Ты мамина батарейка энерджайзер, да? У него так все время. Да, ой, что. Масина-сина, сделай тебе. Масина-сина. Масина-сина. Не надо телефон ли. Все. Все, она приблизилась к своей цели. Ты все высказала? Все высказала, моя красавица? Смотрите на эти баррикады из подушек. Это все от Аслана. У меня девочка, моя принцесса. Моя солнышко. Ты мамина слюнявка маленькая. Я обожаю, когда она так делает. Биль-биль-биль сделать тебе боль-боль-боль-боль-боль-боль.
куколка моя, куколка. Ты мамина куколка. Все. Ну ты уже сейчас на маму залезешь. Ну все, она в роль вошла. Ладно, закрывайся, моя хорошая. Уже 8 минут я ее снимаю. Ой, как она себя оплевала. А вот мы опять упали. За мамой бежали, когда мама в другую комнату ушла. Не олду дэшти дэнме? Папа поменял батарейку. А то он у зихрашки отнимал, он то. Асан, солнышко. Одним и тем же местом бьется. Курочка ряба. А ты что там делаешь? Папа смотрит футбол. Пока еще его команда не забила ни один гол. 0-0. Папа болеет у нас за Фенербахче. Избушка. Заюшкина избушка. Yanıyoruz birader. Vallahi burası var ya nasıl sıcak biliyor musun? Papa разговаривает со своим другом из Голландии по видеосвязи. А этот как слушает. Konuş konuş. Hadi. Şükre bakayım. Hadi bakalım. Yaptıran buraları kafaları bozma çocuğu. Düşüyor abi yerinde durmuyor ya. Oraya vuruyor, buraya vuruyor. Bospor kafası. Kafa atıyor. Kafacı olacak bu seri gibi. Galiba. Kafacı olacak. Santrafor yapacağız. Kafayla gol atacak. Değil mi? Hay Allah ya. Senden telefon almıyor. Он уже не выхватывает телефон. У меня выхватывает. Привет-привет, мои хорошие. Сегодня у нас вторник, и мы всем семейством идем на базар. Первый раз мои дети попадут на базар. Мама тоже пришла. Детки там на колясочке с папой. И я только недавно проснулась. Ну как, я-то с утра просыпаюсь, засыпаю. Все зависит от детей. Только проснулась, умылась и вперед на рынок. Поснимаю, если получится. Ну, думаю, в принципе, должно получиться. Руки там у меня сейчас свободны. Если дети будут спокойно сидеть, поснимаю вам немножко цены тоже. Сама давно не была на базаре. Что там творится, даже не знаю. Самое интересное. Так, немножко окрестностей для вас поснимаю нашего района. Да тоже. Тапочки кто-то забыл. Тапочки, автомобильчики. Так. Как вкусно пахнет, знаете, травой. Видимо, где-то косили травку. И запах на весь район. Очень вкусно пахнет. Прям. Что там мои детки делают? А, папа чуть-чуть уложил. Бекли. Ака. Чеки меня пим на регистре. Аслан! Дера! Они у меня сегодня в желтеньком. Ёлбить не думаю. Здесь столько времени уже эту дорогу делают. Еще когда я была беременна, ее делали. До сих пор не закончилось, что ли. Ну, вроде как саму дорогу сделали, а вот это вот мусор остался. Мама в ролях. Она у нас главнокомандующий парадом всегда. Я не против, я только рада. Знаете, как хорошо, когда в вашей семье есть человек старший, на которого всегда можно положиться, который всегда может правильное решение принять. И как-то, знаете, легко.
Вчера ночью хорошо спали дети. Доча вообще, по-моему, часов 10 уснула. Кажется, я уйду за игра. Он да, 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 в 10 часов уснула и проснулась в 9 утра. Вроде как все налаживается потихоньку. Альхамдулилля. Так, вот мы дошли до рынка. Там сейчас не должно быть много народу. Идем, 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 идем. Обычно мы на машине приезжали на базар. Потом вот все время муж сам приезжал, сам все покупал, то, что нужно. Сейчас все продукты, все, что купим, фрукты, овощи, точнее, здесь больше ничего не бывает. Коляску вниз в багажник. Рассада, цветочки, оливки. Такс. Народу мало, как хорошо. К вечеру здесь бывает очень много народу, потому что вечерний базар, он дешевле. Кеймутасы, да, домашние яйца. Мушмула. Не. Картошка килограмм 2,5 лиры. Лук тоже килограмм 2,5 лиры. По ценам. Энгинар. 5 штук, 10 лир. Это 2 лиры штука. Черри 3 лиры килограмм. Güzel. Bunlar tatlı, tatlı değil mi? Tatlı olan değil mi? Tatlı efendim. Çocuklara mamaya koyuyorum, tatlı olmalı. Tamam. Tamam. Al al. Tak, kilogram 12 lira değil mi? Evet. 12 lir kilogram. Çilek ne kadar? Çilek kaç? Çilek 10 lira. Klubnika 10 lir. Bak dedim. Yok yok, istemiyorum. Kayısı var, kayısı. Kayısı var, tatlı kayısı. Geçen hafta getirdiği hiç tatlı değildi. Tatlı. Yok, tatlı istiyorum. Çocuklar için alıyorum. Tatlı. Yarım kilo alacağım. Sert koymayın. Kaç para? Yarım 5 kilo un. Короче, килограмм 10 лир тоже. Tamam, tamam. Kiraz nerede? Yok. Al. На зефирашку всякие букашки садятся. Кто поменял? Раз. Yo, istemiyorum. Так, килограмм огурцов 2,5 лиры. Грибы килограмм 10 лир. Вот здесь я беру всегда грибы. Вот эти немножко другие. Интересно, в чем разница? Пахнут одинаково. Вот оно, тонкое тесто, ювка, из которого я постоянно что-то готовлю. На рынке тоже вот продается оно в таком виде. Я беру 5 штук. Вещь тайный кач, пора? 7,5 лир, 5 штук. Одна штука, 1,5 лир. Танеси и бирпичук лира, да? Да, сыр. Мы всегда сыр берем, только вот здесь. Цены разные, в принципе. 30 лир килограмм, 32, 34, 36, 42. Я раз 40. Есть по 20 лир.